Всем привет! На нашем канале идет выпуск серии о Мальдивах. На юге Ари-Атолл расположен невероятно красивый и живописный курорт Рангали. Этот остров уже много лет популярен среди иностранных туристов. Из аэропорта к Рангали нужно преодолеть расстояние в 97 километров. Но, несмотря на это, отдыхающих здесь всегда очень много. Добраться до острова на гидросамолете можно за 40 минут. Природа, флора и фауна полностью соответствуют принятым представлениям о рае. Белоснежный песок является ничем иным, как перетертый водой кораллами, и это и придает воде потрясающий голубой оттенок. Из 10 тысяч разновидностей обитающих здесь морских жителей ни один не представляет опасности для человека. Еще 40 лет назад рыболовство было основным видом деятельности местного населения. Туризм, на который сейчас ориентирована вся экономика республики, начал развиваться только в 70-х годах прошлого столетия. Отели курорта отличаются от европейских, они представляют собой небольшие бунгало, которые расположены как на острове, так и непосредственно на воде. Первоклассный сервис здешних отелей удовлетворит самых требовательных туристов. От желания привезти домой кораллы, как память об отдыхе, лучше отказаться. На мальдивской таможне их не только отберут, но и оштрафуют. Причем запрещено отламывать как живые кораллы, так и подбирать мертвые. Несмотря на то, что коренное население острова Рангали исповедует ислам, администрация отеля идет навстречу европейскому образу жизни. Ввоз спиртного в страну туристами категорически запрещен, а торгуют им на территории республики в основном выходцы из Индии и Шри-Ланки, так как местным жителям это запрещено. Также любителям ночных развлечений лучше выбирать другие места для отдыха, так как день идет очень размеренно, а веселье начинается в вечернее время суток и всего два раза в неделю. Отдых на Рангали подарит вам удивительное сочетание первозданной природы с великолепным сервисом. Курорт окружает коралловый риф, поэтому активный отдых на Рангали привлекает дайверов со всех уголков нашей планеты. А фауна Индийского океана поражает своей красотой даже видавших многие любители подводного плавания. Семейный отдых здесь проходит легко и без каких-либо проблем. В отелях острова имеются кроватки для малышей, а также предоставляются услуги няни.
Всем приятного отдыха! Подпишись на наш канал, гуляй по миру и получай новые интересные видео.